Я Валера. Я работаю инженером-программистом на Минском заводе и живу в городе Минск, да, Беларусь. Мне 23 года. Я поступал на бесплатную, то есть отучился я бесплатно 5 лет, да, но за это я должен отработать 2 года или оплатить всю сумму за все 5 лет. Школа в постсоветских странах учит тебя быть среднестатистическим гражданином в первую очередь. Не учат выбирать и не учат тому, что надо делать что-то неординарное, чтобы получать неординарные вещи. То есть для неординарные поступки они нужны для того, чтобы получать какие-то неординарные вещи. Да, есть такая поговорка, что типа ты приходишь в университет, и тебе говорят, забудьте, что было в школе, а потом ты приходишь на работу, и тебе говорят, забудьте все, что было в университете. И это правда так работает. Потому что ты типа учишься в университете, и тебя учат чему-то не тому, с чем ты будешь работать, даже близко. Ты учишься каким-то таким вещам очень абстрактным. А когда ты приходишь, ну, к практике, ты понимаешь, что ну, что-то не то надо делать, чему тебя учили, явно причем. То есть, и это настолько очевидно, что, ну, типа, люди теряются. Мне кажется, это, ну, ожидаемо. Нет? Короче говоря, стать заметным в Беларуси безумно легко. Удивительно легко. То есть, ты что-то сделал, и ты уже ньюсмейкер. Просто потому, что ты встал с дивана и просто совершил как пару пасов руками каким-то образом. В этом плане это уникальная страна. Страна, в которой, с одной стороны, казалось бы, динамично развивается в многих сферах. В других сферах настолько все закинуто, заброшено и запылено, и поросло паутиной, что там, ну да, ты просто приходишь туда, и ты там король, потому что ты один. Буквально один. Такие дела.